Ни дня без гуляний. С таким девизом наступление 2021 года встретили жители поселка Томилино. Каждый день в парке сказок и на других площадках взрослых и детей ждали интерактивные игры и мастер-классы. Свое название парк сказок в Томилине полностью оправдывает. Такое скопление сказочных героев можно увидеть только здесь. Елочка, гномы, Снежная королева, Дед Мороз и другие персонажи пришли поиграть с детворой и раздать подарки. Протягиваем, протягиваем ладошки. Всем, всем, всем достанется. Любители активного отдыха могли проверить свою ловкость, силу и сноровку в зимних видах спорта. Например, пройти командой несколько метров на лыжах. Одними из первых в состязаниях поучаствовали Алина и Диана Гусевы. Сестры признаются, в индивидуальных видах спорта пока уступают соперникам, а вот командные даются им легче. Даже эти необычные лыжи. Ну, мы вот пробовали там один раз с сестрой, еще одной, и второй раз вдвоем. Гораздо легче было вдвоем, потому что как бы мы близняшки, мы как бы чувствуем себя, да. И мы можем подобрать под себя такт, чтобы идти слаженно вместе. Отдохнуть от активных игр можно было за чашечкой горячего чая или на мастер-классе. Из подручных материалов изготовили новогодние гирлянды и елочную игрушку. Те, кто постарше, с удовольствием изучали шерстяные снежинки, колокольчики и ангелочков. Подходит, смотрит, интересуется, там как связать, как чего. Научиться очень легко. Мы сейчас проводим мастер-классы, ну, естественно, в онлайне. И все это можно в Инстаграме посмотреть. В Томилине гостей ждали не только в парке сказок. Развлекательные программы проводили и на стадионе «Урожай». Здесь залит один из лучших катков в городском округе. Открыт каток утром и вечером, до вечера, с освещением. Стоит елка, играет музыка. То есть создается такое праздничное настроение. С окончанием новогодних каникул интерактивные программы не закончились. Каждые выходные до конца января для жителей Томилина и городского округа Люберцы подготовлено много интересных зимних забав. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.